145 килограммов на штангу и должен был вступить в борьбу спортсмен из Туниса Бенхня Карем, но нам показывают мексиканца Рокки Мендоза, который идет 145. На последнем старте панамериканских игр Мендоза в рывке показал 137. Был вторым он в итоге по сумме. Да, но он, получается, 145 никогда не рвал, хотя попытки были. Ух. На этот раз удачная. И совсем немного, 1 килограмм проигрывает мексиканец индонезийцу из группы Б. Ну что ж, доволен. Я думаю, где-то на уровне национального рекорда, скорее всего, поднимается. 145, ну много, если рекорд Америки вот на данный момент 140 килограмм. Готовится долго.